С природой шутки плохи. В очередной раз стихия доставила массу проблем, вынудив всерьез считаться с собой. В феврале грунтовые воды дали о себе знать в Антипихе, Песчанке и руднике Кадала. И, как всегда, два вопроса – что делать и кто виноват? 18-го, скорее всего, февраля мы пришли с детьми, мы протопили печку. Мы приходим, уже в подполье вода, наверное, было сантиметров 20 водички было. Я, естественно, напугалась. Мы с ребятишками, я и мои дети, черпали воду. Мы вычерпали примерно 500-700 ведер воды. Мы так устали. Вскоре в доме из-под земли стал бить еще один ключ. Вода все прибывала, заливая двор. Галина испугалась и уехала к маме в Читу. Я позвонила мужу, нажаловалась, сказала, все, я больше сюда не приду. И муж позвонил в ДМРСУ, я так понимаю. Ему сказали, чтобы я была в определенное время дома. Я приехала сюда, я и ждала, и никто не приехал. Потом муж позвонил туда вечером, уже ему сказали, извините, мы не можем приехать, помочь мы вам ничем не можем. То есть ожидайте паводка в мае месяце, еще хуже будет. Дождливое лето, снег, нечищенные русла реки, водных каналов. Все это многократно усилило давление грунтовых вод, что начали активно проявлять себя. Жители растерялись, не знали, куда обратиться. В начале февраля вода стала заливать дом в Антипихе. Обращение к местным властям ничего не дали. Дошло до того, что пострадавший на праздновании Сагалагана в Чите выловил Андрея Гурулева, заместителя председателя правительства Забайкальского края, и пожаловался, точнее, потребовал помощи. На второй день приехала тяжелая техника и начала работы по отводу грунтовых вод. Сколько нужно генералов, чтобы решить наши проблемы? Почему слабо шевелится власть на местах? Лед не тронулся, по сути, даже тогда, когда проблема начала принимать угрожающий характер. Были затоплены улицы, люди побежали из своих домов. В этом году первый раз. Ну, то есть в прошлом году не было, и в позапрошлом году, когда мы снимали этот дом, еще не купили, тоже не было. А с чем это связано, вам не объясняли? Нет, не объясняли. Ну, где... грунтовые воды пошли, видимо. Вот, получается, тут 1,5 метра где-то. Вот вода стоит 1,5 метра. Не знаем, где хранить, что, как жить, как строиться. Строить собираемся в новый дом и не знаем, стоит ли здесь строить. Как с детьми здесь жить, то же самое. Однако администрация была вынуждена предпринимать какие-то меры. Копать обводные каналы, вскрывать лед на реке, отводить воду. Непростая ситуация и на руднике Кадала. Часть домов и улиц подтоплена. Здесь вопрос, кто и по какому принципу выделяет участки для строительства в местах, заведомо подверженных затоплению. И не только в этом году, а постоянно. Достаточно проблем и в Песчанке. С нами согласился встретиться Михаил Шибанов, глава администрации Нгодинского района, и объяснить, что, собственно, происходит и какие шаги были предприняты для преодоления проблемы, по крайней мере, в Песчанке. А там происходит пучение грунтовых вод. Ситуация она не только в этом году, предыдущие годы, 19-й, 20-й, 19-й и 18-й, эти проблемы были, но они были не такого масштаба. Дело в том, что русло реки не чищено давно, никто его не углублял, и понятно, что промерзание происходит очень быстро. Промерзало, дошло до моста, и произошла такая ситуация, что выше моста грунтовые воды, им же куда-то нужно бить. В том районе 5 ключей. И вода, как говорится, накапливалась, оторвала землю, вместе со льдом надулась огромная шишка. Мост послужил своего рода дамбой. Помимо опасения, что его снесет, вода начала искать пути, растекаясь по улицам Песчанки. Необходимо было срочно принимать решение. Пригнали тяжелую технику, начали отсыпать берега, чтобы вода не заливала поселок. Прокапывали канал вдоль русла, отбойными молотками пробивали лед под мостом. И, как выяснилось, подобные меры были предприняты не зря. Когда пришел тяжелый экскаватор, и мы одели клык, ну, буквально 5 минут, он пару раз ковырнул, как рванул огромный поток. Столб первые минуты был 2 метра, ну, не меньше это точно. Причем такой большой, в радиусе чуть ли не метра. Настолько это все это мощно изливалось. И где-то, наверное, часа 3,5-4 вот этот столб падал. Лучше поздно, чем никогда, приходит понимание, что необходимо везде прочищать водоотводные каналы и русла суходолов и рек. Уже весна, и перспектива наводнения проглядывается как никогда. Необходимо готовить, если не сани, то тяжелую технику точно. Но главное, прежде чем давать людям землю под строительство, необходимо помнить, что жилье может утонуть или покрыться плесенью. Вот схожие проблемы на Кадале были, в Антипихе, вот это вот тоже. Тоже грунтовые воды выходят, тоже грунтовые воды, да, это грунтовые воды топят. Где-то вот даже дома давали разрешение вот на Кадале поставиться домов, а там было ясно, что там будут они с подтоплением вот эти дома уже, заранее было понятно, но тем не менее давали разрешение строительства. Ну, дает же департамент Забайкальского края. Город порой даже, ну, как бы и не спрашивает, только уведомительный характер. Нас уведомляют, к нам приходят документы, что вот такой земельный участок выделен под ИЖС. То есть, по сути, она работает по карте, не вникая вот в конкретную там какие-то детали. Вот
не могу никак сейчас со своей, как говорится, со своего уровня никак судить и говорить о работе другого подразделения. Сколько еще сюрпризов и чрезвычайных ситуаций преподнесет весна, пока не ясно. Как и не ясно, насколько краевые и городские власти будут к ним готовы. Тамара Ванфули, Юрий Житлухин, Евгений Погорелый, ЗапТВ.